Мы не уберегли Илью. Предлагаю исполнить мечту этого парня и грохнуть наркодилера, который погубил его семью. Я за. Уберем сучонка. Мы должны сдержать обещание. Но для этого нам нужно некое материальное обеспечение. Предлагаю ограбить алмазное хранилище. Согласен. Наймем пару ребят и вынесем все по проходу. Выход сегодня ночью. На эти деньги можно будет вернуть пропитые почки и мою манеру говорить. И вернуть деньги, потраченные на восстановление глаза. Погнали, Нак. Начинаем дикий стелс. С нами твои друзья на... Чейнс и Даллас. Так. Вижу того бандита с фонарем. Наша задача добраться до электрощитка. Стой. Это ты. О. Я не с той стороны, там чувак. Там идет. Он прошел мимо. Нормально. Я взломал. У тебя нашивочка мощная такая. Хотя американская. Так, надо же не один, да? Надо два щитка. Еще. Ехал. Все, да? А, дикий стелс окончен, и так. Ну тогда... А, нам нужно на верхний этаж, быстрее за мной. Да, я же говорю, там... Офис Дольче & Габбана, что? Да. Интересно. Давай, я на следующий этаж, ты на этот. Угу. Крыша. Ну, здесь опасный и плохо анимированный парень был. Я взломал второй. Я могу сверху пострелять вниз, чтобы помочь тебе. Да нет, все нормально. Ты просто у меня как бы видно две комнаты сверху. Я понял. Ну ты главное это третий пойди взломай еще кто. Я взломал. Отлично. Все, у меня 240 секунд. Позову-ка я твоего компаньона Чейнса к себе. Так, а что, куда дальше-то идти? Ждать, пока они взломаются. А, да, точно. На крыше, конечно, тишковато. Правда, здесь никого нет. О, я вижу тебя. О, щит! Да ты... Мне так нравился этот купол. А ты все это так не смогаешь. Да, все, он там сейчас все равно взорвется. От выстрела. От месяца. Все, копы? А, по-моему, да. Мне их будет удобно отстреливать на лестнице. Да нет, еще никого нет, еще никто не зашел. Еще сигналка даже не упала. Все, Чейнс у меня. Я вижу вертолет копов. Сейчас пойду. Я по нему стреляю. Его же сбить никак, да? По-моему, нельзя. Ну, нашими эмочками сбить точно нельзя. Хотя, смотря куда стрелять. Ну, я с эмки пострелял. Нифига. И просто зря потратил патрон. Но у меня сумка есть. Ну, надо же сумку в нужных местах, а не на крыше ставить. Да, ты прав. А, установка как прям на райончике у меня. Люди в масках, ржавые трубы. Вот. Так ты уже увидел кого-нибудь? Коп внизу бежит, я его... Я тебе буду сверху просто помогать. Угу. Смотри, чтоб там не зажали. Ну мы тут с Чейнсом, а боты прям, ребята хорошие. Помогают, им нравится. Угу. Только они не помогли спасти Илью. Черти, даже палки ломаются. Так, я ставлю сумку наверху. Тут же помнишь, какое место? Да, ну это только если подняться туда. Так, замкнутое помещение. Вот тут поставлю. Ну, как бы так. Да, копы уже заходят. И я кулировал сумкой. Ай. Сейчас помогу. А у меня тут у самого веселуха. Да нет, все нормально, в смысле. Я тут сдался. Уже спецназ и ФБР полезли. Ассаут. О нет, я вижу дым. Где? У меня. Эй, да. Подожди. Посмотри на твоем этаже один не. Да, я вижу. Плоховато это. А. Так. Сейчас. И у меня тоже остановился. Только что. Они, кстати, подольше.
час, да? Что? Ого, их, кстати, долго взламывать. Ну вот же, а мне еще и помешали. Я почти уже закончил. У меня 69 секунд осталось. Сейчас я скажу, сколько у меня. Мне еще 76. О, сватовский вертолет. Нет. Надо же было камеры отстрелить, что там мы с тобой прокупили. У меня Человеки-пауки просто на крышах. Да, да, я понял. В той части были. Ай-яй-яй, электрошоки. А-а-а, помоги мне. Тома Круза. Помоги. Сейчас я сверху его грохну. Так, подожди. Я его убил. Красавчик, там на лестнице просто я пошел. Так, так тебя жестко. Chains! А, это так. Dallas, follow me! За лестницей смотри, а то там сейчас типы полезут. И Chains, и Dallas у меня. У нас просто маски шоу. Да, я понял. У меня опять этот чувак с электрошокером. Вот. А помнишь, как Илья говорил про летающие шины? Да. Сейчас, мне надо. Я сумку тоже. Я сумку. Ой, офигеть! Что там такое? Пожалуй, не пойду. Я сумку поставил, блин. Я наверху поставлю. Ой-ой-ой-ой. У меня взломалось все. Да, у всех уже все взломалось. Посмотри на мое здоровье, оно хромает. Бывает. Поднимешься, хочешь к нам, у нас весело. А зачем же я заложника-то застрелил, а? Ложись! Сейчас, а что теперь надо? А, вон, туда спуститься. Ну ты... Куда со мной все делать? Куда спуститься? Да в самый низ теперь надо спуститься. Я бегу. Сейчас, а где лестница? Тут, Сэм Фишер меня бьет топом. Я вижу. Сейчас, я иду. Ну, что там дало стоит? Ой, я смог этого типа подстрелить. Там же автомат автоматически стреляет. Ассаут. Валим отсюда. Да, надо вниз. Вот. Нет, это не вниз. А, ты уже внизу? Ну иди тогда, ладно, вот здесь будешь стоять. А нет, это не самый низ. Какой? Там, ты же был на втором этаже как раз. Все, я в самом низу. Давай, иди. Кому? Кто? Кто упал? Сейчас, Даллас упал. Поднимайте его срочно. Сейчас, если я успею добежать до него. Ну и чё? Ой-ой-ой, тут... А, я прям в ассаут попал. Нет, Далласу лежит. Сейчас, подожди. Будет Чейнс у нас. Короче. Он отрабатывает свои деньги. Одну сумку... Опасность. Нужно было бы оставить здесь, внизу. Тебя поднимет? Да, поднимает меня. Отлично. Все, поднял? Да. Я рядом с этим случаем. Так, господа, я внизу, но что-то тут ничего нельзя установить. Я просто подошел, активировал код, а ворота так и не открылись. Может, нет, когда ассаут, наверное, закончится, типа, может, блокировка снимется. Я не знаю. Можешь прийти к нам. Сейчас, да подожди, тут меня зажали, я не выхожу, потому что меня могут... Нам бы одну сумку. Ты поставил свою уже? Да, я ее поставил. Черт. Я, наверное, сбегаю... Ага, лифт. Как нельзя запустить, нет. Тут опять с электрошокером. Я его успел впервые. Иди сюда, у меня здесь сумка есть. Я просто, просто на крышу долго идти. Где лестница? Все, спал. А, ты возле нее там. Открылась? Дверь. Я без понятия, я сейчас. Заложник. Можно поменять заложник. Я бегу к сумке. Угу. Даллас вернулся, да? Да, я заложник попал. Все, замечательно. Так. Освободили паренька. Откинулся. Так, а что теперь-то делать? Думаю, бежать вниз. Думаешь? Отлично. Сватывается меня решил обогнать на лестнице. Да я вижу. Вчера. Покап. Покап. Так, надо, блин, надо было сумку одну вниз поставить. Вот я ж об этом уже говорил. Да что-то я тогда протупил. Да и ты на крыше зачем-то поставил, тоже непонятно. Там копов прям как было.
Ну понятно, но ну зачем там это было? Мы туда вряд ли будем подниматься в скором времени. Хотя за сумкой только. Ворота ни черта не открываются, и он говорит: введите код. Я думаю, то, что код у тебя. Сейчас, погоди, там опять там заложник. Сейчас. Сейчас, ну. А, подожди, может быть у этого паренька будет код. А, точняк, дай его оглушу. Все, я его. Что, ты ему ничего не сделал? Стоять! Стой, я вспомнил, кто это, мы должны его вывести наверх, и тогда он даст нам. А, все, я вспомнил. Да, да, да. Пошли. F нажимаешь, короче, когда он останавливается, да, он бежать будет, типа, move, motherfucker. Да, да. Вот. Давай, иди, я буду закрывать. О, там Сэм. Да я вижу. Я их убил. Блин, опять у меня патроны закончились. Сейчас иду. Сейчас, опять. Я понял. Я успел. Я понял. Они, короче, с плеча разбегаются и просто сносят. Я поднял. Давай, мы хотя бы вчетвером. Пошел быстро. Домой, я сказал. Сейчас уроки сядешь делать. Так. Что ж такое? Мы зависаем на месте. Все, он бежит. Бежим. Тут сумка по пути с патрончиков, забери. Сейчас. Как раз штурм идет. А, на крыше сейчас такая жесть. Иди. Угу. Где этот чувак? Он побежал уже наверх. Все, сумка закончилась у меня. Закончилось? Они разве заканчиваются? Да, она пропала. Ну вот, наверх беги, она наверх. Нет, в смысле, я взял, она пропала после того, как я ее взял. Слева. А у меня все нормально. А! Сейчас, это что? О, щит! Что, Коля! Иду. У меня, не пойму как, но проблема. Подбивай. Сейчас. Так. Ты на крыше? Ну ты молодец, прям возле. Ааа, видишь, ты поставил сумку. Прям на входе. Да по барабану. Сейчас ассаут закончится. Вот давай, я вот эту лестницу смогу держать. Да надо будет на дверь встать и просто там поливать их возле двери. Я так и сделаю. Я вот так сейчас встану. Сейчас этот перец, короче, он садится в вертолет, все, он вракатит здесь, где-то в воркауте. Все, я здесь на лестнице, чтобы никто не поднимался. Он залез сквозь дверь вертолета. Парни, да. О, у меня репутация повысила. Броник мне дали. О, и мне еще и жизни восстановили. Ой, а мне ни черта не дали. Нет, так мне дали, потому что у меня поднялась репутация. Сейчас, подожди. А что там такое? Что you are right now, man. I'm following in. Я упал, короче. Ты упал, мы тебя подняли? Да. Но меня жестко палит, у меня хп уже нет. Так выходите с площадки, зачем вы там стоите? Вот я здесь на лестнице в этом отеле. Так этого перца нужно сжать, помоги! Так ты же сказал, что он... Помоги! Ты же сказал, что он уже сел. Он сел, но он же должен, по-моему, вернуться с кодом, с этим сраным. Да, сзади меня чувак стоит. Не вижу. Все, вот, нашел. Вот. Он не сзади, они там просто с лестницы все. Хорошо. Блин, пошли на лестницу, вот этот аппендикс. Ну вернемся туда, мы же там не должны стоять. Окей. Так, у меня, кстати, до поднятия репутации уже чуть-чуть. У меня тут 10-я репутация. Там уже какая 14-я. Пошли патриками заберемся, пока есть времечко без ассаута. Надо этих чуваков снять. Они будут мешать. Возьму-ка я пистолет, который... Блин, тебе надо, наверное, слиться, чтобы я тебя поднял. Или не надо? Думаю, не стоит. Ой-ой. А там был опасный перец. Да. Сейчас я попробую. Вот так вот надавать. Все, я тут зачистил чуваков.
они не мешают. Я там тоже подстрелял их. Да, это fucking motherfuckers, слышали? Ругаются они. Так, еще один. А нет, я его не грохнул. У меня же Асау. Есть усиха. Асау, братан. Но она лучше для мужа. Да. У-у-у! Две шляпы взлетели прям. Их как. Ай-яй. Есть ли вариант залезть вот туда наверх? Блин, а куда ж ты... Как ты там сумку поставил? А, тут за... Или как? Подожди, как там аппендикс сумка? Такой, в нем сныкаться даже можно. А, я чуть не упал сейчас. Забеги. В дверь, Коля, иди сюда. А, вот она, фу, я не увидел. Тут офигенное помещение прям. Не, ну нас тут могут сейчас защемить. Все, сумка закончилась. Да, как плохо. Хотя у них патроны поднимать можно, я ж поднимал где-то. Если так, Асаут, конечно... я думаю, стоит забаррикадироваться здесь. Да, хорошо, сейчас. У меня почти максимальная репутация. И мне восстановят жизни, дадут сумку и вообще все круто будет. Так, что-то случилось. Что-то произошло. Объект активирован, мистер какой-то там сверх. Грефер. Не знаю, как его назвать. Здесь висят ничего на крыше. Unlimited. Максимум powered. Стелсер. ХП у меня не гуще. Так отстреливай, будут поднимать репутацию. Эй, у меня, между прочим, репутация... А, почти, почти максимально. Сейчас, короче, наберу. Я же говорю, отстреливай их, они так, так и набираются. Воу! Мы все равно я грохнули. Тебя поднимает, да? Да. Понимаю. Ой, сколько их тут. Ой, ой, ой. Походу, чейнса. А нет, Чейнс молодец. Это я молодец. Так, блин, еще одного что? Кого? Там, я упал. Я в шахту провалился. Иду к тебе. Да нет, я не упал, в смысле, нормально. Все, я уже спустился и нашел чувака. Все нахрен на пол. На пол. А, мув. Мы должны, короче, этих типов вытащить из банка. Да, это... Алмазного хранилища. Оу. Так, ну почти поднял репутацию уже. Капель какая. Ну, иди! Куда он втопил? Он боится с пулей. А, все, нормально, он проходит. Давай его прикрываем. Угу. Хорошо. Мне надо пойти по патрончику ходить. Вижу. Нет, Чейнс! Я подниму. А, его Даллас поднимет, все в порядке. Пасачик, ну только ты... Ай, у тебя сумка точно есть? Да. А, нет, нету сумки. У тебя патроны есть? Да. Так, нам надо бы, короче, спускаться и воровать. Время красть алмазы. Так, за Илюшу, давай. Вперед! Так, я на лестнице. Я понял, ну бежим, бежим! Там вообще жопа сейчас будет. Главное, Саут переждать, как бурю, блин, не знаю. А, влево. И справа сейчас будет вход в алмазное хранилище. Все, мы здесь. Да, да, я на диван. Спрыгиваем. А, нет! Вот, я поэтому... Нет! Мы, мать его, здесь. Да, только нам надо еще выйти отсюда. Я не пойму, что делать. Разбивать и красть. О, господи. И нам дали... Мне дали патрон. А, я ж потому что... Молодец, поднял уровень. Так я тоже поднял, но мне не дали. Бандиты. Патроны, в смысле, должны были дать. А, патроны, да, а сумку нет. Ну, мне тоже сумку не дали. А я, короче, думал, тут опять сумки будут, упакуем все алмазы. А, конечно. Я думал, они как в Майне такие, по 1.5 килограмма, знаешь. Угу. Все, вот еще. Все? Нет, подожди, тут еще тут боковых было. А вот еще. Ваза, тут так ваза камер пришла. Вообще нет. Да камеры там, блин, были, надо говорить. Ну что там творится? Escape. А,
Наша задача просто свалить теперь. 25 метров вверх, я бегу. Ой, тут ж, ой. Надо было осалу подать. Господа, мне нужна ваша помощь. Иду, иду. Где? Ты бы себя слышал? Ну потому что я вышел, там сразу в кошку очень все. Черт возьми, они гонятся за. Здравствуйте. Так, я на лестнице. I can stay here longer. I need to go around. Я не вижу лестницу! Коля, Коля! Мне тут... Мне капецкий. Да где вы вообще? Беги! Вон, слева, 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 слева! Коля, назад! Коля! Да вернись ты назад! Ко мне беги! Да зачем тебе? Нам на лестницу! Вот лестница у меня! Так, а нам куда надо сейчас? На крышу? Да, беги! Просто там парень с щитом, и я не знаю, как его водить. Давай, я... Короче... Я его завалил! Умри! Чертила! Ой, снайпер! Снайпера! Да, я знаю, прячься! Эй! Какого черта нам опять вниз бежать? А, там вертолетная площадка! Так, спрыгнем, разобьемся, давай вниз немного спустимся. Вот, давай сюда на стол! Я спустился. Я... Почти. Да, я здесь с тобой. Подожди у меня. Давай быстрее! Чекпоинтов мало! Выжил? Да, выжил! Нет, я! Да, давай! Давай! Э-э-э-э!